Алина, на прошлой программе ты пела лирическую песню группы Любэ «Конь». Сегодня Люба Успенская. Как так вот за неделю так хлобысь и в Любу Успенскую, в шансон упасть? Знаете, даже не знаю, с чем это связано, но я вижу, что мне достаточно постоянно кнопка выдает образы шансонье, причем достаточно очень популярных, известных и колоритных людей. В чем-то это, наверное, очень тяжело, но в чем-то действительно очень приятно. Нравится перевоплощаться от крайности в крайность. Потеряю. Пропадаю я. А есть где-то салфетка? Так, не так, Алина. Еще вдвое. Вот так, хорошо, давай. Пропадаю я. Да, сразу манера появилась. Ничего о нем не знаю, пропадаю я. Скажи, пожалуйста, а как ты вообще относишься к шансону? Любишь? Я тепло отношусь. Вы знаете, действительно, это очень душевные в основном песни. У нас, конечно, это больше, да, блатное считается, но на самом деле это душевность. Почти все песни Любы Успенской, это всегда трогает за душу. И очень боюсь, чтобы не перешло это в какую-то комедию. Потому что песня веселая, вот, а образ достаточно серьезный. Поэтому выдержать эту планку – это самое главное. Вот такая снотлива, знаешь. Ты видела, как бабушки танцуют в ресторане? Да. Вот это тот вариант. Мне очень хорошо получается. Ну что, Алиночка, дорогая, провожаю тебя в лифт. А вас, дорогие зрители, я попрошу остаться и посмотреть на Любовь Успенскую. Потеряю, пропадаю я. Пропадаю я. Без меня.
Теперь вы понимаете, что такое любовь. Спасибо большое! Правда, девочки? Правда. Любонька, браво! Ой, мы все пропали. Все пропали, как один. Люба! Ой! Я не могу. Ну, браво тебе, Любовь Успенская. Спасибо. Очаровала, нашла себе избранника. Да. Не верь ему, он пропадаю. Всем обещает. Пропадаю я. Я вижу, пропала. Да. Саш, скажи слово. Не скрывай. Твои восторженные глаза крупным планом показали на всю страну. Да, да, очень. Я хорошо, говори о любви. Я хорошо знаком вообще с Любовью Успенской. И она потрясающая, очень нежная. И как раз у тебя, Алина, получилось сделать вот эту вот ее пластику. Вокально, вокально великолепно. Просто давайте поаплодируем еще отдельно. Спасибо, Саша. Взгляд. Ну, в общем, я Любу увидел и этого... И насладился. И насладился, и ты получишь просто, ну, очень высокую оценку. Вот сейчас Любочка. Опять не верь. Люба, не верь. Люся. Я отношусь к тому, надеюсь, большинству, которые не знакомы лично с Любовью Успенской. Поэтому от имени большинства я хочу выразить свой невероятный восторг и благодарность за то, что мы соприкоснулись и столкнулись с любовью. Но вокалистка второго какого-то, я даже не знаю, кто она, бэк-вокалистка. Бэк-вокал была настолько тоже прекрасна и зажигательна, что это был, извини, Люба, виртуозный дуэт. Вот так бы я сказала. Это да. Поэтому в данном случае мы еще получили, помимо роскошного, «Як две крапли», еще и потрясающий номер. Спасибо всем. А это бонус. У нас такая программа. Роман Григорьевич. Такое восторженное жюри я не встречал. Я их знаю, с ними что-то сегодня произошло. Они просто все какой-то сексуальной озабоченности. Вот так вы это оцениваете. Такая энергия неукротимая, Алиночка. Единственный нежный Бог. Алиночка, какая вы молодец. Такая нежная, трогательная и чистая. За это вам спасибо. Спасибо. Сусанна. Как ни пыталась перетянуть на себя вот ваша бэк-вокалистка, все-таки не удалось ей забрать главное внимание от вашего пения. Алиночка, очень точно найдены и обертоны в голосе, и такие вот элементы дикции, фикции. Вообще, в целом, образ, конечно, очень похож, «Як две крапли». Спасибо большое. Спасибо. Алин, вот сейчас знаешь что? Самое главное, вот что сейчас наобещали, чтобы в оценочках этого, я не могу на тебя смотреть, отразилось бы в оценочках. Ступай с Богом.